Накануне ночью в Бишкек вернулся паралимпийский атлет Арсланбек Базаркулов. 16-18 июля в Германии прошел Гран-при Берлина по легкой атлетике, где представитель Кыргызстана выступал в состязаниях по метанию ядра. По итогам состязаний наш спортсмен завоевал 3-е место и таким образом получил лицензию на участие в паралимпиаде в Рио. Подробнее об этом расскажет Елена Ткаченко. Встречать Арсланбека Базаркулова в аэропорт приехали его друзья из Паралимпийского комитета. Победа Арсланбека стала их общей победой и принесла комитету 3-ю лицензию на участие в Паралимпийских играх. 26-летний Арсланбек Базаркулов занимается легкой атлетикой с 2010 года. Упорство и вера в свои силы принесли ему 3-е место на Гран-при Берлина по легкой атлетике. Там спортсмен состязался в метании ядра. Я много тренировался, готовился. Я очень рад, что смог занять 3-е место. Я и не надеялся на такой результат. Максимум думал, займу 7-е место. В Берлине у Арсланбека было 52 соперника. Поддерживал спортсмена на соревнованиях его друг и тренер, президент Паралимпийского комитета Бакыт Исаков. Все прошло очень удачно. Было, правда, трудно, конечно. Участвовало 52 страны. Из них так получилось, что наш спортсмен занял 3-е место по бросанию ядра с результатом 7,25 метров. Он фактически, получается, вырвал это 3-е место, что ему дает в дальнейшем право, даст Бог, надеюсь, что это выступит на Олимпиаде в Рио. Арсланбек Базаркулов – первый кыргызстанец, который выступил на международных паралимпийских соревнованиях по легкой атлетике. Помимо него участвовать в Олимпиаде Рио будут еще 2 наших соотечественника. Это Эсен Калиев и Джергал Орозбаев, занимающиеся пауэрлифтингом. Елена Ткаченко, Алмаз Нурмамбетов, Общественный, Первый канал.